Первый кинозал Butterfly был открыт в 2001 году. Сегодня в сети 6 кинозалов в Киеве, Гатном и Броварах. Владельцем сети является Виктор Юшковский, которому также принадлежит Мегамаркет, ТРЦ Большевик, Терминал и Ультрамарин. В 2011 году Юшковский открыл в Киеве 4-звездочный отель Космополит на 160 номеров. Журнал Forbes включил Виктора Юшковского в список 100 самых богатых людей Украины в 2012 году, отдав ему 97 место и оценив его состояние в 100 миллионов долларов. Но сегодня в кинотеатре Butterfly в Киеве на Липского 1А нагло обманывает своих клиентов. Любезная кассирша продала билет не на то время. Вместо сеанса на 22:00 продала билет на 20:20, когда прошло уже 20 минут фильма, но возвращать деньги отказалась. А вы меня берете, это фактически мошенничество. Вы берете, мне продаете на тот сеанс, который уже идет. Подпишите, пожалуйста, на эту базу. То есть смысл, где здравый смысл? Вы мне продали, забрали фактически мои деньги впустую. Это мошенничество. Вы знаете, что сеанс уже идет, что человек не пойдет на этот сеанс, он уже начался, сеанс уже идет 10 минут, вы мне продаете на этот сеанс. Потом кассирша-мошенница попыталась переложить свою вину на посетителей. Это правильно, это ваша рабочая практика. У него я не знаю, кто уточнить клиента на тот сеанс. Все, значит, она не уточнила, А после вышла администратор Ольга и, улыбаясь, сказала, что ничем не может или не хочет помочь. Что вы смеетесь? Я вам сказал, на 22. Вы не услышали. Давайте мы не будем спорить, но вы же видите, что уже ситуация такая, какая она есть. Как бы поступили вместе, где не мошенничать с билетами? Извинились и пустили бы на сеанс, ведь билеты не повреждены, не использованы. Или просто вернули бы деньги, но только не в Butterfly. Единственный вариант – купить новые билеты на сеанс в 22:00. Но оказалось, что кинотеатр устанавливает собственные правила продажи. Билеты в середине зала можно купить только онлайн, а по краям – в кассе. В итоге кассир отказалась продавать выбранные билеты. Хорошо, мы вызовем патрульную полицию, следственную оперативную группу, чтобы зафиксировать этот факт. Вы просто, вы не хотите с клиентом работать. Я вот пытаюсь. Вы украли 220 гривен просто. Просто украли 220 гривен. И не хотите общаться нормально с клиентом. Поэтому обманутые посетители вынуждены были вызвать полицию, чтобы зафиксировать незаконные действия кассира, управляемого администратором, и нарушение прав потребителей в кинотеатре Butterfly.